Каневской район, станица Челбасская. Немножечко мы сегодня с вами прокатимся. Всем добрый день. Всем привет, кто еще с нами. Станица газифицированная. Вот. Ну, что я могу сказать про станицу? Станица от трассы, от самой Каневской находится где-то в 35 километрах. Здесь есть всякие магазинчики. Ну, вот сейчас мы что посмотрим по центральной улице. Увидим. Тут молодежь сидит, отдыхает на крылечке. Ну вот магазинчик «Мечта». Вот такие красивые домики стоят. Орехи вот растут вдоль дороги. О, березка. Растет даже здесь. Тут какой-то магазинчик построен, но еще закрыт. Вот магазин «Табак», «Продукты в дорогу» был магазин слева. Справа магазинчик какой-то, тоже продуктовый, наверное. Цветочный рай называется. Здесь вот гастроном слева, справа продукты. Вот справа тут «Пятерочка», вот магазин. Какие красивые дома, какие заборы красивые стоят. Красиво люди живут на юге. Вон здесь летом квас продают разливной. Лимонад. Вот здесь магазинчик. Картофель оптом и в розницу. Очень дешевый картофель. Здесь продают чинар. Я бы вот сейчас купил бы пару мешков, но просто если я ее сейчас привезу в гараж, положу в свою машину, а ночью обещают мороз до минус 10 градусов сегодня, я картошку всю поморожу. Придется покупать следующим рейсом картошку или попозже чуть-чуть. Ну, я надеюсь, что я еще не последний раз здесь еду по этой дороге, что мы еще будем работать и будем ездить здесь. Автозапчасти, мойка, шиномонтаж. Вот. Так что в том году я там покупал где-то 16 рублей, 15 рублей картошка была. Ну, сегать не знаю сколько, может быть чуть-чуть подороже. Здесь много полей картофельных, люди картошку ростят, поэтому, наверное, картошка и дешевая. Вот здесь слева аптека. Улица Толстого. Слева магазин «Колобок» был. Ну вот мы с вами и прокатились по Челбасской. Ну а сейчас Галина вам покажет, как сажают рассаду. Так что смотрите дальше Галину.
Всем приятного просмотра. Пока-пока. Вот здесь еще заправочная станция. И Челбасская заканчивается. Посадила вчера перцы на рассаду. Опять все подоконники у меня в горшочках, в стаканчиках. Вон сколько всяких разных сортов. Желтые, оранжевые, фиолетовые, красные. Всякие разные. И на этом окошке вот столько вот перцев насадила. Причем посадила в каждом по два семечка. Где-то выйдет, где-то не выйдет. Сейчас вот их увлажнила все. Цветочки попересаживала. Вот кактусы свои. Вот этот я уже недели две, наверное, назад пересаживала. Топора кактус. Кошки у меня в том году то ломали, уронили весь. Изуродовали. Вот сейчас вот начали отрастать. Новенькие вот пошли. Поотрастет. Потом ему сделаю подвесное кашпо. Повешу. Потому что он когда отрастет, он такой очень красивый цветок. Кстати, цветущий. А здесь вот я посадила семенами пеларгонию. Мама у меня помешалась что-то на этих на геранях. Решили ей. Мало того, что подарили на 8 марта опять два горшка. В том году два. Один, правда, кошки сломали. Он так и не отрос. А белая цветет круглый год. Вот до сих пор она цветет с прошлого 8 марта. Как купили цветущую, до сих пор цветет. Остановиться не может. Ну, посадила вот я еще такую. Тут у меня хлорофитум. Тут тоже вот сохнут листики. Воздух сухой в помещении. Вот увлажнила, все попрыскала сейчас. Колевус у меня такой. Особо никакой, его бы обрезать, но я не обрезаю, потому что хочу потом вот так черенки понастригать перед тем, как на улице потеплеет, укоренить и укоренившиеся уже высадить на улицу. А потом уже полностью обрежу и пусть отрастает от корня. А вот здесь вот у меня красавчик цикламен, тоже весь влажный, но сейчас высохнет быстро, потому что из-за печек в доме воздух сухой. Вон там вот у меня набираются цветочки. Тут цветок вообще шикарный, конечно. Я вот его пересадила, он сразу цвет стал набирать. Хотя горшок, по сути, ему этот не подходит. Потому что у цикламенов полив идет через низ. Их лучше всего желательно поливать. Ну, а я поливаю через верх, как обычные цветы. Но растет, радует меня. Такой вот шикарный. Это вот из просроченных семян. Вот я садила в том году два пакетика. И вот один вот вырос. Такая вот шикарная красота. Вот такие вот семена перцев я посадила. Вот оранжевые разные. Тут какаду оранжевый, какаду желтый. Оранжевый лес. Биг папа вот такие вот сиреневые. Вот не пробовала, не знаю. И вот такой вот адмирал. Биг Герл еще оранжевый. Это осталось вот еще столько у меня семян. Тут три пакетика. Еще тут в пакетиках по чуть-чуть. Семена опять, как обычно, от жадности нахватало. Но на следующий год не буду покупать. Хотя я каждый год говорю. Как итог. Такие мы вот все садоводы-любители жадные. Вот еще разные семена. Вот я опять накупила от своей жадности. Помидорки всякие разные. Каких только нету. Всяких сортов. По-моему, не все помидоры. Где-то у меня еще семена лежат. Сейчас я погляжу. Угу. Вот у меня семена еще. Вот такие вот помидорки. Ну и опять заморочилась насчет томатного дерева. В том году, ну, конечно, у меня все это взошло, рассада.
Но так как я рано ее посадила в парник, засунула, а ночью был большой такой мороз, хлопнул. -6. У меня все померзло. Поэтому без томатных деревьев я в том году была. Вот на пробу еще купила вот такой вот. Не знаю, что это такое, с чем его едят. Может, кто подскажет, кто пробовал. Земляничный шпинат. Вот, аж 3 пакетика хапнула. Какие-то тут огурцы дешевые купила. Все уйдет. Морковки подкупила. Мне там еще что-то оставалось, по-моему. Семян еще много там было каких-то. Вот лук-порей еще посажу. Такой вот он скоро, чуть попозже, я через недельку где-то буду сажать на рассаду томаты. И заодно посажу лук-порей. И тут 2 вида салатов. Вот такой вот уже не пробовала, не знаю. Ну, уточки, курочки, все это с удовольствием поглощают. Поэтому салатов я буду сажать много. У меня еще там с прошлого года лежат семена. Подкупала. Буду еще на развес брать, там стопочками у нас продают в агрономе в Староминской. Поэтому салаты я посею вообще очень-очень много, потому что и курицы, и утки его, во-первых, это он растет быстро, зелени много, зелень сочная, и вот все, особенно цыплята, это вообще и витамины, и все им сразу. Вот, салаты буду садить его, поэтому очень-очень много. Лука, кстати, у нас в том году вроде не особо я его садила, но наросло очень много. У меня еще в остатке полмешка лука. Вот еще доедаем. Полмешка это у меня только белого. Плюс у меня еще есть и красный, и продолговатый. Короче, до нового лука нам луку хватит. Хотя садила так не особо, сколько и много. Но родился очень крупный, поэтому его... Хватило нам на всю зиму. Спасибо.